На Биробиджанской ТЭЦ сегодня утром произошел пожар. Причиной возгорания стал неисправный электродвигатель. Огонь перекинулся на ленту углеподачи. Такова легенда совместных учений пожарных и спасателей. Тренировки проходят регулярно и являются одним из важных этапов подготовки к отопительному сезону. Персонал учреждения в рамках условно-чрезвычайной ситуации сработал оперативно. После проверки готовности сотрудников предприятия на место пожара вызвали бригаду огнеборцев. 46 человек и 9 единиц техники прибыли менее чем за 6 минут. До ликвидации очага пожара спасателям пришлось воспользоваться автолестницей. Огнеборцы вывели двух пострадавших с верхней части здания и оказали им первую медпомощь. Работа по ликвидации учебного возгорания шла по всей территории ТЭЦ. По тревоге были подняты и сотрудники предприятия. На базе энергообъекта создана добровольная пожарная дружина. Всего же на тушение ушло не более получаса. Все это время за процессом наблюдали члены оперативного штаба. Действия персонала объекта оцениваются на хорошо. Действия подразделений Биробиджанского пожарно-спасательного гарнизона также оцениваются на хорошо. Сейчас мы с представителями объекта проведем разбор данных учений, выявим недостатки, которые были замечены, незначительные недостатки. И, соответственно, на этом учения будут закончены.